Всем привет, опять начинаем влог со Зминки. Едем вот в техпарк. Сегодня приехала какая-то жига на турбомоторе. Сейчас посмотрим, что она может вообще. Короче, решили прикрепить камеру Роману и поехать прокатиться. О, Влад, ты чё? С электрорулем. Это Субару? Я не знаю, смотри, какая пушка тут нахуй. А с чего это руль, блядь? А, дружище? Да? С чего руль? Тойота. Да. С Бельды или с Ица. У него такая хуйня, да? У него такая хуйня, да? Тебе электроруль нужен? Нахуй мне нужен. Что, блин, она себе дарит. А ты хуя так говоришь, она мне нужна? Не, не нужна, я не сказал. Не она нужна. Под ГВХ. А какой ручник? Просто... Вот этот рабочий? Это гидро, да, этот просто на стоянке. Гитрак 160 была. А задняя вот так нажимается, да? Тут штатная коробка даже. Да. Жестко. Чтобы не рассыпалась, главное, сука. Ну все, давай. Ну ебучий. Блядь, на ручнике поехал. Керамика, что ли? Это вот это? Не-не-не. СР-20 стоит. А что там за туннель разваренный? Вон там в ногах, смотри. Слышь, тут движка 16 стоит. Марк тут вот стоит. Повидал потихонь. Влад, ну чё ты скажешь вообще? Силовая, блядь. Силовая, да? Сильвия? Не Сильвия, нихуя. Ну, короче,
Она короткая, блядь, там, вот-ду-ду-ду-ду, вот эту свечку долбишь, и хуй повернешь, куда она не бьет. Не рулится? Да, ну V8 резина стоит. Бюджет, интересно, какой? 200 тысяч. 150-200. 150-200. Потом проверим, как Астер можно подубавить. Ой. Бабок мне, наверное, вложили больше, чем твой Мартина. Да нет. Влад, а что за улитка такая маленькая? Субару, наверное, какая-то. Да, Субару. Субару? Слышал, антилак. Антилак? Бля, вот это вся залупа Клаб Турбо, нахуй, да? Да, Клаб Турбо написано. Датчик температуры на впрыске. Надо переделывать тут вот эту вот хуйню, охлаждение, да, пнёт? Как оно, блядь? Моторный щит задвинут, что ли? Я не разбираюсь просто. Мотор задвинут в салон. Да? Как у сайта. Нихуя. Три цилиндра, нахуй. Она, в смысле, последний тормозит так, как будто последний раз. Никак. Блядь, просто летим. Педаль, нахуй, я жму ее, в курсе полностью. Она убегает от тебя. Не, ну она, в смысле, как по ощущениям, она едет вообще как? Она едет, заебись. А какой буст? Но. ТД-04L, ну да, Subaru. Что, только валит, да? Но. Но только валит. Не, вот эта движка хорошо едет просто по прямой. А в заносе она, получается, сразу в отсечку дрочится. Ее редукция, видишь, под короткую трассу. И она, блядь, не едет, она не едет по широкой дуге, она просто едет сразу узко. Да, она узкая. Так она короткая, видишь, она накидает. Она еще, накидает? Блядь, квадратная она. Да. А у нее сзади полушире, чем спереди. У него, видишь, ей 14 колеса поставить, и спереди колеса, смотри, кулек короткий, да? Слушай, ну это как Сильвия, он проварен, да, я смотрю, чтобы не... Это крыло Менина, да? Там с той стороны тоже, вон. Да, с двух сторон Менина. Как Сильвия проваривает, знаешь, чашки? Я чаш. Я вижу. Тут они внизу, вот. Мортеры, видите, пацаны? Мортеры. Мортезы, это мортезы, слышишь? Сюда по-хорошему распорку, в смысле, поставить, она пожестче будет ехать. А куда распорку? По-хорошему. Вот так она вон как у меня вставляется, она вот так вставляется и стоит. Просто вставляется, да? Ну у меня вставляется. Получше просто вставил палку. Получше едет. Сюда вот. Бля, пошли покажу. Лови, ебаный. Я думаю, ее, в смысле, установили просто, не подгоняя, просто чисто. Просто прикрутили, да? Сколько денег стоит? 5 рублей, 2 крыла. И передние тоже, да? Где-то пятерку стоят? Ну, блядь, передние, вот у них, если смотреть, передние вроде 8, задние 6. Ну это без расширения, это просто ты чисто так сделал. Просто стол в жопу, да? Здесь все чисто, вон, видишь. Я просто думал, что здесь еще они, ну, понял, оно сюда заход. Должно быть, но я не стал это делать. Короче. Не, так прикольно вообще. Чтобы жопу не равнять, там ничего не вытягивать, не наваривать. Все вырезано вот так. Ну, облегчение, считай. Не, это вообще топово. Красиво выглядит, сразу по-другому подсобрал ее, другой вообще вид. Это тот Марк, с которым мы на речке катались и бились. Игорек меня долбился постоянно. Вообще прикольно получилось. Этот, ты рестайл, да, поставил оптику? Да, да. И капот рестайл. Вот, а у тебя и был рестайл капот? Нет. А, ты поставил. Занимаясь машиной, проводку полностью сделал, подготовил, убрал. Купил вот такую вот штуку, чтобы прорезать дырку под пайп. Легким движением руки появляется такое ровное отверстие. Нужно оно для того, чтобы пропустить пайп через него. Будет идти вот так, и здесь угол будет идти вот так. Все дальше внизу уже выходить отсюда, и здесь к кулеру. А у меня тут сейчас начнется процесс снятия турбины. Буду снимать турбину, чтобы переваривать гейт. По проводке все готово, осталось настроить мозг, но на настройку ехать с таким гейтом, ну, не вариант. Также трубки развальцевать надо по новой. Чтобы развальцевать трубки, надо тройник забрать. Я еще не забрал его. Буду вот сюда проводить тройник, и отсюда уже выводить туда все. Ну, как раз турбину сниму, будет место подлезть удобно. Также будет здесь термоэкран стоять. Ну и обмотаю трубу по новой. Купил шланг под ГУР, чтобы переставить сюда. Этот вентилятор сниму, будет другой стоять. Пока радиатор, интеркулер еще не купил, но в планах. Также всю ржавчину подкрашу, тоже уберу, все помою. Снял я турбину, и снял я ее не зря. На одной шпильке вроде как срезана резьба. Ну, поменять шпильки надо будет по-хорошему. Ну и самое главное, коллектор оказался дырявым. Вот трещинки есть, вот в этом месте, видно. Ну, как раз заварю и переварю гейт на эту сторону, куда-нибудь вон туда хочу переварить. Ну, пока не знаю, как это будет реализовано, но по-любому надо будет отрезать и привариваться. Также снял термостат, сразу проверить, посмотреть, может быть, поставить на 68 градусов. Пока не знаю, буду проверять. Также в поисках быстрого спула на 35-ке, вот, отрезал весь гейт.
буду его переваривать немножко под другим углом, потому что он стоит не в своем положении и висит ниже поддона. Ну, об этом уже было сказано. Также решил притереть клапан на визгете, потому что при закрытом клапане он пропускает. Половина спула уходит просто в атмосферу. Притирочной пастой приработать клапан, и должна закрываться герметично. От этого будет быстрее спул. Ну и, в принципе, это надо было сделать, потому что, я так понимаю, его купили и это не делали. Короче, такое фиаско я не мог не снять. В общем, это фланец визгейта, который стоял у меня. То есть труба уходит в коллектор. Сейчас я его зафиксирую. Получается, это клапан, который должен притираться вот сюда. Как видно, я его притирал и притирал очень долго, целый день, короче, тер его. Но когда я его притирал, я посмотрел на фаску и думаю, почему-то рабочая поверхность клапана не задействована. То есть почему-то меньше диаметр. Думаю, ну может так надо, может быть там. Думал, может быть криво как-то завод-изготовителя это сделал. Вот это новый визгейт. Ну как бы видно, да, визуально, какой должен быть и какой у меня. То есть вот который должен быть. Ставим клапан, рабочая поверхность полностью закрывается. То есть, если доработать пастой, будет вообще огонь. Если мы ставим как бы на мой, то мы видим такую картину. Здесь, конечно, можно довести до идеала, там, точить еще миллион лет, там, к токарю съездить, обратиться. Ну а смысл, когда нужен вот такой фланец и к нему просто клапан, который встает сюда, болт-он. Все притирается там за 10 минут и все герметично держит. Почему так, я не знаю. Почему у меня такой фланец, вообще не могу понять. Поеду вот же смотреть, если продаются такие, куплю. Если не продаются, то придется покупать полностью визгейт в сборе. Ну и ставить тупо из-за вот этого вот места. Я думаю, токарь такое не выточит. Хотя, ну, короче, я не знаю. Еще у меня пружина получается на килограмм. Наверное, а у кореша стоит такая с отпиленным витком. Я думаю, что, скорее всего, у меня не на килограмм, а может на 0,7. Сразу куплю, на килограммчик поставлю. Также в Аджесе купил отвод 90 градусов на 76 термоленту. Хочу переварить вот этот бутерброд, сделать нормальный угол, потому что там слишком низко, если смотреть, вот эта часть очень низко. Также взял фланцы, с двух сторон переварю и прокладку. И вот какая прокладка стояла у меня на турбине. Я так понимаю, что эта прокладка примерочная. Ну, как написано на сайте RGS, вот она вообще развалилась. А купил я вот такую вот медную. Толстую, хорошую. Вот, надо будет ее это чуть-чуть подогнать. Она не совсем налазит. Но это как бы мелочи. Также еще буду думать, что делать с маслосливом, потому что он чуть-чуть под углом. Не знаю, попробую какой-то фитинг сделать напрямую. Или оставлю так, пока не знаю, почему так сделали. Может быть, других вариантов не было, потому что здесь все очень близко расположено. Сделал такой слив с турбины. Получается, одел его в термошубу сразу, чтобы он не грелся об коллектор здесь. Вырезал горячую часть, фланец именно горячей части, под прямой фитинг. Всего лишь нужно было распилить горячую часть, немного подработать ее, максимум 2 мм. Термошуба для того, чтобы она не грелась об коллектор, потому что здесь все близко будет расположено. Плюс здесь еще будет стоять визгейт внизу. В общем, защитил я маслослив на всякий случай. Также поставил регулятор тормозных усилий, стандартный, с 90-го сотого кузова, без АБС-ный. Ну и бачок поставил тоже без АБС-ный, без трубок. Согнул вот одну трубку. Вторая трубка — это на передний контур. Вот здесь сейчас надо тройничок будет поставить, вот они три. А внизу, получается, идет две трубки, и они сразу шли в АБС. Я их соединил через тройник, сейчас здесь нужно будет согнуть трубку по контуру и запитать ее вот сюда вниз. Залить жидкость и все прокачать, все будет окей. С тормозами будет закончено. С турбиной еще есть моменты, надо будет выварить гейт под правильным углом. Трубки собрал, все прокинул, это вот сейчас разобрал. Все трубки на месте, все, тормозная система осталась прокачать, залить и все. Снял вентилятор, снял охлаждение гура, будет другое стоять. Короче, собрал я свою Алтезу, выехал в сезон, вот приехали на Змеинку, сейчас тренироваться будем. Свапнулся, короче, решил с проводкой все проблемы, чтобы ничего не делать. Решил нормально поступить. И поставил 1Г. Спросите, почему 1Г? Да все просто, я не смог подключить проводку и решил, что на 1Г нормально будет. Ну и также поставил автомат на вот такой красной палочке.
На самом деле это шутка. Цена этой машины 450 тысяч на вот этих колесах, и еще стоят стойки. Стойки не фуллтап. За 450 тысяч мы получаем кузов Алтезы на таких колесах, стойках и контрактном моторе. Вот и посчитайте, что сюда нужно еще положить GZ, коробку, все доделки, кулера, выхлопа. В какой бюджет стоит такая машина? Поэтому моя машина строится очень долго, с ограниченным бюджетом. Вот. Но в оконцове получится нормальная машина, достойная, которая будет и ехать, и рулиться. Я думаю, и на выставку можно будет съездить. Но выставка это уже потом, когда я ее покрашу. Но покрашу я в следующем сезоне, скорее всего. Стабилизации 0 в курсе. Пожирнее.